Теперь мы устроим великий пир, дабы приветствовать тебя в культе Намиры. Тебе выпала честь добыть к столу свежий труп в качестве основного блюда. Я даже знаю подходящую жертву. Жрец, пропитанный вкусом легкой жизни, брат Верелий из Маркарта. Дай ему это золото. Скажи, что тебе нужна помощь Аркея, чтобы отыскать клад в старой пещере. И когда он предстанет перед Намирой, она о нем позаботится. Привет от меня, Верелия. Приведи сюда Верелия. Госпожа сделает остальное. Приведи сюда Верелия. Госпожа сделает остальное. Свершилось! Храм снова в нашем распоряжении. Теперь мы устроим великий пир, дабы приветствовать тебя в культе Намиры. Тебе выпала честь добыть к столу свежий труп в качестве основного блюда. Я даже знаю подходящую жертву. Жрец, пропитанный вкусом легкой жизни, брат Верелий из Марк. Дай ему это золото, и когда он предстанет перед Намирой, она о нем позаботится. Свершилось! Храм снова в нашем распоряжении. Теперь мы устроим великий пир, дабы приветствовать тебя в культе Намиры. Тебе выпала честь добыть к столу свежий труп в качестве основного блюда. Я даже знаю подходящую жертву. Жрец, пропитанный вкусом легкой жизни, брат Верелий из Маркарта. Дай ему это золото. Скажи, что тебе нужна помощь Аркея, чтобы отыскать клад в старой пещере. И когда он предстанет перед Намирой, она о нем позаботится. Привет от меня, Верелию. Приведи сюда Верелия. Госпожа сделает остальное. Многие приходили в эти пещеры, забытые всеми, презренные всеми.
Теперь-то он, конечно, мертв. Откуда же он взялся? Тебе не приходилось задумываться? А вдруг это больно, когда у тебя вырывают душу? Я еще на шаг ближе к возвращению. Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? Даже мертвым нужна компания. Для того и нужен Аркей. Ты ищешь защиты Аркея, ибо хочешь спуститься в старую гробницу, верно? Долг не позволяет мне покидать Маркарт. Боюсь, я не смогу тебе помочь. А знаешь, у нас в храме Аркея говорят, что пустой карман лучше полной могилы. Да хранит тебя Аркей. Ты ищешь... Долг не позволяет мне покидать Маркарт. Боюсь, я не смогу тебе помочь. Думаю, тебе лучше успокоиться, а то позову стражу. Это не маленькие деньги, друг. Думаю, я смогу пойти с тобой на небольшую прогулку. Веди. Не бойся, защита Аркея всесильна. Не бойся, защита Аркея всесильна.
Мой любимый собутыльник. Давай, парни. Даже мертвым нужна компания. Ты ищешь защиту. Долг не позволяет мне покидать Маркарт. Боюсь, я не... А знаешь, у нас в храме Аркея говорят, что пустой как... Это не маленькие деньги, друг. Думаю, я смогу пойти с тобой на небольшую прогулку. Веди.
Говорят, Стража Рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое. Мы оставались в старом форте возле Рифта. Не стоит. Не бойся, защита Аркея всесильна.
объединяет верных. Как же я рада, что мы наконец-то поедим. Еще немного, и я съела бы служанку. Кто? Когда ты в первый раз покушал, Пень? Что происходит? А собаки считаются? Жрица Аркея. Конечно, нет. Я твой мой друг Марикс. Друг. Мы охотились, и я перепутал его с Ахатом. Ты мой друг. Вот, наверное, сюрприз да. был. Я как твой бы там ни друг, было, я вернулся с мясом. И я пригласила тебя на обед. Меня пригласили на обед. Я так голоден. Надеюсь, не удастся захватить парочку. Может домой. Быть, ты приляжешь. А как по и мне, нет ничего лучше печи. Пока мы готовим еду. Была такая сочная печенка. Мне нужно прилечь. Я всего на минуточку. Пойдем со мной. Наш пир вот-вот начнется. А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит. Я так рада, что Иола пригласила тебя на трапезу. А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит. Я так рада, что Иола пригласила тебя на трапезу. Ты из моих покупателей? Знаешь, я унаследовала лавку от покойного мужа. Мне так жаль, что он погиб. У него был отличный вкус. Нас ждет настоящий пир. Самая кровавая говядина в пределе. Ах, помню свою первую трапезу. Я даже тебе завидую немного. Может, купишь у меня боевого пса? Они неспроста любят кусать людей. Ах, помню свою первую трапезу. Я даже тебе завидую немного. Ага. Ты на славу почуешь нас. Ты на славу почуешь нас. Нарезай еду на порции. Не стесняйся. Нарезай еду на порции. Выглядит. Не отказывай себе. Откуси кусочек. Это твое посвящение в Ковен. Ну же, тебе достается право первого укуса. Это твое посвящение в Ковен. Ну же, тебе достается право первого укуса. А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит. А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит. А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит.
Чада, я Намира, госпожа разложения. Вкусив кровь и желчь слуги Аркея, ты получаешь мое благословение. Я дарую тебе свое кольцо. Носи его гордо, и вкушая плоть мертвых, ты будешь получать часть моей силы. Возрадуйся в своем уродстве, мое новое чадо. Когда я узнала, что ты в зале мертвых, я поняла, что у тебя особая судьба. Когда я узнала, что ты в зале мертвых, я поняла, что у тебя особая судьба. А вот и ты, чадо Намиры, хранитель кольца. Все, на что я надеялась, сбылось. Ты чтишь нас своим присутствием. Можешь познакомиться со своими новыми собратьями. Ну что же, давай, ешь. Нет, что ты. Этот культ существовал тысячи лет. Намира — великая богиня. Ей поклоняются с начала времен. Мне выпала честь вести последнее поколение верных Намире. Тех, кто принял свою природу. Ну что ж, идем. Слава тебе, чадо Намиры. Слава тебе, чадо Намиры. Я так рада, что Иола пригласила тебя на трапезу. Ладно. До встречи. Намира говорила с тобой? Я знал, что это будет необычная трапеза. Угу. Ладно. Может, еще свидимся. До встречи. Намира даровала тебе кольцо. Вот это честь. До встречи. Намира говорила с тобой? До встречи. Знал, что это будет необычная трапеза. Намира даровала тебе кольцо. Вот это честь. До встречи. До встречи. Намира говорила... Ну что же, давай, ешь. Я знал, что это будет необычная трапеза. Мертвые существуют, дабы кормить живых. Это честь для меня, хранитель кольца. Есть для меня хранитель кольца. Пойдем со мной. Наш пир вот-вот начнется. А, ты из новеньких? Говорят, у тебя неплохой аппетит. Блюдо на столе Намиры. Не отказывай себе. Режь!
Не отказывай себе. Откуси кусочек. Чада, я Намира, госпожа разложения. Вкусив кровь и желчь слуги Аркея, ты получаешь мое благословение. Я дарую тебе свое кольцо. Носи его гордо, и вкушая плоть мертвых, ты будешь получать часть моей силы. Эта издевка будет стоить тебе жизни. И когда моя прислужница пожрет твою бренную плоть, это кольцо застрянет у нее в зубах. Благодари меня за время, данное тебе до этого дня. Когда я узнала, что ты в зале мертвых, я поняла, что у тебя особая судьба. Когда я узнала, что ты в зале мертвых, я поняла, что у тебя особая судьба. А вот и ты, Чада Намиры, хранитель кольца. Все, на что я надеялась, сбылось. Ну-ну, это пройдет. Когда долго не ешь хорошего мяса, желудок слабеет. Можешь познакомиться со своими новыми собратьями, если есть силы. Ну что же, давай, ешь. Не, мне выпала честь вести последнее поколение верных на мире. Выглядит. Не отказывай себе. Откуси кусочек.
Спасибо. Не совсем понимаю, что происходит, но, похоже, я обязан тебе жизнью. Мне нужно в Маркарт. Вот, возьми это. Это все, что я могу дать тебе за спасение моей жизни. Мне нужно вернуться в Маркарт. Мне нужно вернуться в Маркарт. Сюда тебя порешу! Заполонили зал мертвых. Мне нужно в Маркарт. Вот, возьми это. Это все, что я могу дать тебе за спасение моей жизни. Мне нужно вернуться в Маркарт. Мне нужно вернуться в Маркарт. Мне нужно вернуться в Маркарт.